Зима близко. Готовность коммунальной техники к предстоящей уже через пару месяцев битве со снежной стихией в пятницу проверил глава города Владимир Шарыпов. В этом году автопарк МУП СЖХ значительно пополнился. Из последних поступлений две новые подметально-уборочные машины, закупленные Ивановской мэрией. И 10 поступивших на безвозмездной основе от столичных Мосводостока и Мосводоканала. Вся техника находится в работоспособном состоянии. Она, конечно, требует определенного ремонта, но она дошла сюда своим ходом, она в рабочем состоянии, она часто не использовалась, поэтому мы ее будем использовать на 100%. И по ее прямому назначению в качестве ликвидации разливов, всяких вод, нефтепродуктов и так далее. А также будем использовать как тягач, потому что техника у нас достаточно крупная и тяжелая. В случае аварийной ситуации ее нужно убирать очень быстро с улиц города. Эта техника поможет это сделать. Речь идет вот об этом автогиганте. Это МАН с полуприцепом «Нефтяной мастер», предназначенный для ликвидации разливов и подтоплений. Победить снегопады готовятся не только техникой, но и новой тактикой боя. Изменения коснутся самых проблемных участков города, частных секторов. Прежде уборка снега в таких районах носила заявительный характер. Больше на активность жителей полагаться не будут. Мы поняли, что время поменялось, и, соответственно, надо, наверное, вводить регулярную уборку частного сектора. И, конечно, она будет не ежедневная, да, она будет после серьезных снегопадов или, опять же, там, когда мы будем видеть, что такая необходимость есть, например, разрушился сформированный слой из наката снега. Понемногу начинается процесс подготовки техники к зимнему сезону. На автомобили, которые летом занимались поливкой улиц, устанавливают пескоразбрасыватели, чтобы встретить холода во всеоружии. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.